У нас два куска, да? Вот этот кусочек, да? Где равно единице. И вот этот кусочек, где полукруг, да? А у нас таких кусков много, да? Значит, это все надо комбинировать. Сначала попробуем вот таким способом. Вот это все скопируем. Доставим. Что-то не скопировал. Копия. Большая перезагружается. Это опять скопируем. Копия. Теперь сюда ставим. А, вот if, оказывается, вот такой if. Значит, мы теперь попробуем компоновать. Внутри if еще один if поставить. То есть, если x меньше одного, вот это, да? Это вот эта часть, да? Иначе, если вот эту, получается еще x меньше трех, да? Еще одно условие добавим. Так. Вместо вот этого, да? Если x меньше трех, будет вот это, иначе один. Три куска. Так. Попробуем скопировать, вставить. Внизу, да? Чтобы верхнюю не портить. Так. If принимает три аргумента, но принято четыре, говорит. А, стоп, 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 стоп. Скобки неправильно поставили. Так, скобки. Смотрите. Вот эта скобка. Ноутпад плюс-плюс включим, да? Чё мы мучаемся, да? Так, файл новый. Так. Так, вот это скобка, да, получается, да? Вот это надо, оказывается, сюда. Вот, а? Вот эта скобка. У этого ифа получается три параметра, да? Первый это условие, потом первый вариант, да? Потом второй вариант. А у этого ифа тоже три параметра, и вот это условие, да? Это первый вариант, это второй вариант, да? Вот это все второй вариант, да? И он рисовать будет уже до скольки? До пяти, да? До пяти. До четыре? Нет, ну здесь же до пяти же. Вот здесь четыре, а вот здесь же пять. Да, да. Ну вот. И теперь вот так, вот так, вот так можно, оказывается, продолжать внутри ифа, иф делать. Но я нашел другой способ. Еще короче. Так, сейчас. Вообще это называется кусочно-непрерывная функция. Piecewise. Да. Кусочно-непрерывная. Там же кусок. Piecewise. Вот это кусок непрерывный. Потом вот этот кусок, да? Вот это. Так. Chrome откроем сейчас. В Piecewise лишних скобок не будет. Там много лишних скобок не будет. Сейчас посмотрим, как он напишется. Maple Pies Wise. Так.
Вот условия, потом первый вариант. Условия, второй вариант. Так. Сейчас. Вот смотрите. Да. Вот у нас вот такое есть, оказывается. Piecewise, да? Потом условие 1, выражение 1. Условие 2, выражение 2. И потом иначе вот это будет, да? Давайте попробуем его в таком виде делать, да? Он как if, помните, вот if же был в этом? Так, f равно, так, давайте сначала простой вариант сделаем, да? Вот это условие, то будет 1, иначе вот это, да? Все, так. Условие 1. И вот иначе, да? Так. И потом вот так сделаем, да? Вот это попробуем подставить. Потому что этот piecewise, он удобнее. В нем не будет вот так много скобок. А только одна пара скобок открывается, другая пара скобок закрывается, да? Так. Вот, да, он по условиям сделал. Теперь давайте это условие продлим, да? Получается, если у нас x, вот такое условие сделаем. От нуля, то есть x больше нуля и x меньше одного, да? Так, здесь у них end как пишется, посмотрим. Maple end. Maple. Вот piecewise, вот посмотрим. Здесь условие или используется же. А, or and, просто так пишется, оказывается. А? Можно даже вот эти скобки не ставить. А, ну, на всякий случай поставим. Так, значит, если от 0 до 1, 1 будет, да? Потом следующее условие. От скольки до скольки? От 1 до 3, да? От 1 до 3. Вот это будет, да? Иначе 1. Что-то интернет вообще плохой. И тогда мы рисуем теперь... От скольки? До 5, да? Так, давайте еще раз попробуем этот piecewise. Так. Вот, да? Получается, здесь так, и в другом случае вот так, да? Ну что ж, нам придется тогда теперь... До конца ее дописать, еще одну добавить. Так. Интересно, вот смотрите, многострочный он принимает или нет? Вот так, если мы сделаем. Вот так.
Нет, многострочный этот. Да, потому что при этом условии, вот это, при этом, вот это, при этом, вот это. Вот так удобно было бы нам сделать, да? Так, сейчас сохраним ее на всякий случай. Так. И у нас. Так. Apple TXT, да, пусть будет. Попробуем многосрочный ему дать. О, многосрочный принимает. Все, теперь мы можем остальные случаи сюда вниз дописывать. Получается, дальше у нас от 3 до 5 будет 1, да? От 3 до 5 будет 1. Потом опять от 5 до 7 кружочек, да? От 5 до 7 кружочек. Если раньше мы добавляли 1, вот смотрите, по иксу мы добавляли сколько? Х минус 2 было, да? Х минус 2. То теперь у нас будет х минус 6. Вы поняли, да? Х минус 6 теперь это будет. Х минус 6. Так. И теперь от 0 до скольки рисуем? До 9, да? Ну, давайте сразу до конца сделаем. Конец у нас до 19, да? Чтобы каждый раз мне это не делать. Копировать. Вот она, да? И теперь остальные надо вписать. Получается. Так, сколько еще осталось? Раз, два, три штуки, да? Раз, два, три. Так, значит, у нас получается единица по 2 добавляется, да? От 7 до 9, да? Здесь от 9 до 11, да? Потом опять от 11 до 13. От 13 до 15, да? От 15 до скольки? 17. До 19, да, получается? От 17 до 19. И эти получаются минус 6. Потом следующий сколько? 6, 10, 14, 18, да? 6, 10, 10, 14, 18. Вот он, да? Но да. У нас теперь одна проблема. В этом направлении он длинный, в этом направлении короткий, да? Надо, чтобы и в этом направлении были одинаковые, да? Да. Так, посмотрим. Maple. Одинаковый масштаб графика, да? Одинаковый масштаб графика по x, y, да? И y. Так. А, scaling constraint. Вот так.
Напишем, да, значит, запятую сюда поставить надо, получается, да? Запятая. Во! Да. Так. Теперь нам нужно... Так. Ой, подождите. Вот это я сюда добавлю просто, да? Вот так. Чтобы мы не потеряли, да? Так, все. Теперь она именно как в этом, да, вышла? Да. Вот как вот здесь. Можно их всех тоже собрать, получается. Вот теперь нам нужно значение посчитать при x и отобразить их, да? Сразу. Мы давайте в мэпле сначала все сделаем, а потом то же самое в этом будем делать. Как его? В алгоритме, да? В флоу-алгоритме. Мы еще сделаем вот разные виды графиков. Вот такой, да? Вот такой. Ну, вот такой, это как два таких рядом стоящие, да? Один вниз, другой вверх смотрит, да? Да. Вот такой, вот такой. Я думаю, да? Ага. А на самостоятельно уже остальные проделаете, да? Хорошо? Хорошо. Так. Вот это тоже получается часть полукруга. Ну, несколько видов сделаем. Вот, ну, тут еще много видов. Вот, сделаем? Да. Да. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Вот эти пять штук, даже шесть штук. Ну, давайте, первый лист, да? Семь вариантов. Да. Проделаем. Здесь как раз четвертинка круга получается, да? Да. Тоже, да. Так. Теперь нам нужно посчитать maple, вычислить значение функции для массива аргументов, да? То есть x, чтобы... Так. Или вот смотрите, у нас сколько x по 0,25 добавляется, да? Наверное, сделаем цикл, а? Лучше вот maple цикл сделаем. Maple цикл, да? Цикл. Так. Как здесь? Так. Так. Что добавим, да? Он посчитал, да? Давайте сюда поставим. Теперь у нас получается... у нас получается для и от 1, ну то есть у нас здесь сколько клеток? 19 клеток, да? Да. 19 клеток, ну получается 20, да? По 0,25 80 сделаем, да? Так. От нуля. А, вот. От нуля. По x, да? X от нуля по 0,25 до 19,75, да? Так. y равно
или равно f от x. У нас попробуем вот эту задать, да? Так. Вот еще это делают. Эвал это посчитать число. Не формулу. Так. Что-то он не то делает, да? Так. Evolve. Так. Maple посчитать числовое значение, да? Давайте мы сейчас y равно x плюс 1 вот так сделаем. Может не вот так, а вот так, да? Нет. Так. Странно это, да? Maple вычислить значение функции для массива аргументов. Может, готовое есть, да? Всем цикл будем городить. Так. Так. Не могу вычислить численно говорить. Так. Вот здесь прям файл дает. Так. Evals. После evals надо, оказывается, писать это. После evals надо точно списать. Так. Так. Evolve. Давайте сам их посчитаем хотя бы. Так. Так, по одному, если до 19 добавлять. Так, здесь надо, оказывается, еще искать, а? Так. И равно и плюс 3. Вот так, когда мы задали, он посчитал, да? Да. Do и равно и плюс 3. Может быть, x
равно x. Вот так. X плюс 1. Так. Вот это блокнот. Типа посмотрим, как оно выходит. А. Вот так оно, да? Так. Плюс. Так. И... А, он прыгает, оказывается. Получается, мы, если посчитаем не и, а, допустим, z равно и плюс 3, да? Вот он z и посчитал, да? Так. Теперь нам надо... Вот так поставим. Z равно x плюс 1, допустим, да? Так. Незаконченный цикл for. Говорит. Что он не закончил? Что он не закончил? А, вот здесь do нужно было написать, да? Do. Так. Все удалим. Не d0, а ду, да? Так. С вещественными он, оказывается, не может. Нам надо вот так сделать тогда. Смотрите. Мы будем и менять. И... до 80, например, да? И x у нас равно и умножить на 0,25, да? Так попробуем. Так. Вот они, да? То есть не до 80, а до скольки? До 79, да? И теперь сразу же сюда y сделаем. Так. Здесь в блокноте напишем, туда подставим потом. У нас получается y равно f от x, да? У нас же мы наверху что задавали? F же, да? Да. Так. Попробуем так дать. Я просто на мэпле очень давно работал. 10 лет тому назад, что ли?
Вот он посчитал x и y для первого примера. Ну, только в таблице он его не разместил. Да? Ну, ладно. Да. Так. А можно точно так же сделать... Это пусть будет первый пример, да? File. File save as. Lab 5.1, да? Да. Так. Теперь попробуем сделать... Вот это лишнее все уберем, да? Так. Вот это пусть у нас будет лап 5.1, да? Теперь дальше мы сделаем прямо здесь в блокноте легче, оказывается, подготовить лап 5.1. 5.2, да? 5.2. Так. И для начала давайте подготовим. Если у нас от 0 до 1, да, получается? Потом второй вариант. От 1 до скольки? До 2, да? И здесь у нас вот такое выражение будет, смотрите. Вот это если продлить, она пересечет, получается, на скольких? На тройке, да? На тройке пересечет. Вот смотрите. Выражение вот такое. Вообще. Y равно k умножить на x плюс b. Плюс b, да? Значит, нам нужно k и b найти из условия, что когда... Так. Y равно kx плюс b у нас, да? У нас y равно... У нас две точки известные, получается. Вот эта точка и вот эта точка, да? Значит, мы тогда напишем вот такое уравнение. У нас... x равно, если x у нас равно одному, y равен тоже одному, да? Y равен одному. Если у нас x равен двум, y равен минус одному, да? Y равно минус одному. Теперь вот это уравнение у нас превращается как? 1 равно k умножить на 1 плюс b, да? И потом минус 1 равно k умножить на 2 плюс b. Теперь отсюда нам нужно найти k и b чему равны, да? Так. Maple. Решить систему уравнений. Так. Solve. Так. А, вот фигурные скобки, оказывается, надо вот так написать. Смотрите, вот так. Solve. Такие скобки, потом фигурные скобки. И внутри них вот эти два уравнения.
это и второе, да? Так. Файл. Нет, не в виде документа, а в виде worksheet. Так, файл new. Так, v равно 3, k равно минус 2. Ха-ха, он нашел. Так, файл save s, это у нас будет что? Lab 5.2, да? 5.2. Получается, 3 умножить на x минус 2 будет. Вот здесь. А, 3 умножить на x минус 2. И попробуем нарисовать, да, его? Что-то не в ту сторону пошло, да? Да. Вниз должно было пойти. Так. Вот смотрите, сейчас сверим. Может быть, мы вот эти неправильно написали. Когда x равен 1? Когда x равен 1, да? Y равен... 1, да? Когда x равен 2, y равен минус 1. Так. У нас получилось b равно 3 и k равно минус 2. Попробуем подставить. Смотрите. Попробуем подставить. Смотрите. 3 умножить на 1. Минус 2 будет 1, да? 3 умножить на 2 будет 6, да? 6 минус 2. Минус 1. Неправильно, да? А, подождите. 4, то есть, да? Минус 4. А, минус 4 плюс 3. А, наоборот. Вот, наоборот получается. Минус 2. Минус 2 плюс 3. Плюс 3. Мы перепутали, оказывается, местами. Так. Он решил правильно, просто мы это... Ответ неправильно. Вопрос неправильно поставили, да? Да, ему. Вообще, этим мэплом можно всю домашку по математике решать. Видите, да? Да. Если бы у меня мэпл был, когда я учился в школе, я, наверное, был бы отличником, да? Так. Это первая часть, получается, графика. Вот до сюда, да? Потом дальше так вот. Теперь вот эту часть, чтобы решить. Чтобы вот эту часть решить. Нам надо будет опять новые точки поставить. Так. Получается, когда x у нас равен... Когда у нас x равен 2... Y равен минус 1, да? Это такое же будет, да? И когда x равен 3, y равен 1, да? X равен 3, y равен 1. Вот теперь вот составляем еще раз.
Так. Вот это для этого, да? Так, чтобы не перепутать. Вот это от этого, да? Так. Получается, y у нас будет минус 1, да? Равно k умножить на 2. Плюс b. Потом y 1. Равняется k умножить на 3. Плюс b. Получается, мы с мэплом сами ничего не решаем. Мы просто даем ему команду, да, реши вот это. Нарисуй вот это, а? Только надо вот уметь давать команду, вот как будто вот у вас есть математик, и вы должны ему на понятном ему языке давать команду. Так, значит, получается... От 2 до 3, да? Так, у нас k равно минус 2. А, подождите. K равно 2, b равно минус 5, да? 2, b минус 5. Минус 5. Теперь давайте попробуем нарисовать график. Так. Вот. Получилось. Теперь нам нужно найти легкий способ, чтобы каждый раз уравнения не решать, а просто их поставить. Так. Вот сейчас и стара наступит. Еще же не наступил. 10 минут есть, да? Давайте хотя бы... А? Я должен помочь, ребята. Хорошо. Ладно, после ифтара это продолжим. Ну так, интересно, да? Мэппл, так. Сохраним. Отсюда продолжим, да? Да-да, отсюда продолжим.